Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня я выбрался в грибы. Сейчас уже 3 часа дня. Находимся мы на юге Беларуси, Национальный парк Припятский. Вчера я собирал уже поздно, начало темнеть. Вот сюда я возвращался через этот лесок. Нашел еще где-то грибов штук 15 белых красивых. Ну, уже потом стемнело полностью, не было видно, я пошел к машине. И вот сегодня я решил отсюда начать днем собирать. Так что будем... Вот здесь дорожка лесная проходит, я зашел вот. Начинаю отсюда и пошли. Здесь участок-то небольшой такой, где-то километр на 500 метров, молодняк. И здесь много грибов. Все время росло. Вот и вчера по возвращению к машине я зашел, нашел уже в сумерках. Снимать не стал, так как уже темнело. На фотоаппарат плохо было бы снято все равно. Так что сейчас будем днем искать. Там уже стоит, где остановились три машинки. Думаю, что-нибудь да найдем. Каждому свои грибы. Ну все, много говорить не буду. Будем начинать. Будем ходить не спеша. О! Грибок первый. Уже желтый снизу, но крепкий, красивый. Вот вчера такими и закончил, наверное, штук 15, именно вот с такой вот желтизной боровички. Есть два сорта белых, белый обычный этот и такие черноголовые. Но это третий, наверное, или черноголовый поздний, света мало, так у него не черная шляпка, а такая буроватая. Первый грибок уже есть, так что, думаю, найдем еще. Хотел мухоморов сегодня еще немного добрать, да? Пакета не взял отдельного. Может, потом проложу чем-нибудь сверху. Уже буду когда к машине идти, да? Наверх насобираю. Спешить не будем, так как... О, еще один грибок. Хотя и три машины стоит, но грибы все равно не пособирали. Нам оставили. Этот красавец. Такой вот. Обычно вечером собираешь, так уже солнце так не бликует на иглице да вокруг, так грибы видно. А сейчас день, солнце яркое. И получается, что бликует, то я вот взял, одел такие притемненные очки. И вот в притемненных очках хорошо видно все вокруг. Потому что где солнце вот светит, если просто смотреть, то блики сильные, ярко, можно гриба не заметить, а когда уже притемненное так, то хорошо видно, так как и на рыбалке.
специальные очки одели, чтобы под водой рыбу видеть. Но у меня для грибов, ну вот уже два грибка добыли. Второй красивый совсем. Будем идти дальше. Я так буду змейкой туда-сюда ходить. Не спеша. Мухоморов много красивых растет. Вот, несмотря на очки, все равно солнце бликует в глаза. Потому что уже немного оно присело так. Понад соснами получается. Если бы в высоте было, то, конечно, в глаза бы оно не светило. Буду стараться тогда ходить так, чтобы от солнца смотреть в основном грибы. То, что против солнца особо не насобираешь. Гляну сейчас тут на этом склончику, где два подняли. На самом. И пойдем обследуем здесь бугорок, потом туда. Вчера вот когда возвращался и нашел уже здесь вот в конце этого бугорка, там низинка, уже буквально темно было. И то заметил, нашел. О, красивые мухоморчики какие. Жаль, пакета не взял. Может, где в лесу пакета какие-нибудь найду. Так возьму, насобираю мухоморов. Потому что надо добить банку трехлитровую и прикопать где-нибудь в землю. Конечно, хорошо бы было в лесу прикопать, где земля чистая, песчаная. Прикапывается банка, набитая мухомором измельченным на 40 дней. И потом этот сок фильтруется отдельно от оставшихся мухоморов и разбавляется водкой один к одному. Хорошо для растираний, когда суставы болят, там ушибы. Покуда что, два попалось. Больше не видать-то. Ладно, в эту сторону рыба нету. Пойдем туда. О, собрался идти. А тут у нас на солнышку грибок пригревший. И рядом о, мухоморчик не открытый. Когда присаживаемся гриб забирать, желательно по сторонкам посмотреть. В нижнем положении хорошо видно вокруг все. Если гриб стоит, так его хорошо видно. Так, третий грибок. Слышно, пчела полетела. Тут у меня рядом. О, сколько мухоморов красивых растет. Ночью было 3 градуса, все лишь тепла. Можно сказать, может даже заморозок был. А мухоморы полным ходом растут.
по сравнению с тем годом, конечно, грибов не то количество. И все равно интересно проходить. Сосонник такой, еще молодый, то ветки низко растут на уровне глаз. Надо аккуратно ходить. А стараюсь идти так обламывать. Большинство людей просто ходят, а ветки приламываю, чтобы удобнее было. Сухие ветки. Ну, мухомора много пошло везде. Гриба не видно. Ладно, покуда я пройду другое место. Вот тут я вчера уже в притемках грибка нашел, в этом низу. Здесь уже потемнее, лес погуще. Как-то вчера ночью грибов было больше, чем сейчас днем.
Ой, ежовики пошли. Уже маленькие. Ладно, заберу. Вот и что. Будут на поджарку. Немного червяк поточил в начале, ну. Это только от земли. Молоденькие ежовики собирать будем. Если начали ежовики расти, то если будет погода нормальная, будут еще и грибы свежие. Ну я вчера по возвращению нашел за 10 минут больше грибов, чем сейчас, за полчаса. Нашел. А тебе леса мало, что ты следом ходишь. Три гриба нашел. Всего, а ты что? Ну так а что ты там не брал? Добро, добро. Я видео снимаю, ты мне моих грибов не трогай. А то нема чего и снимать. Позабирал все. Добре. Прийшов батько мій, позабирав всі мої гриби. Ой, о, що це тут треба? Жовіки. А що ти там знайшов? Ладно. Пойду я свои шукать. Не люблю толпой ходить. Так что буду в сторонке ходить. Хотя, ну вот здесь вчера вечерком было много грибов. А сейчас уже, наверное, прошлись. Вот я здесь и резал. Ага. Там, где были вчера, должны сейчас быть. Найдем наше, останется нам. Ладно, где тут уголок? Здесь еще не ходил, я пойду туда. Покуда что, результат не очень. Три грибочка. То пошел мой батька, нашел уже 8 штук или 9. Он охотник, у его глаз пристрелены. Похожу тут, будет время. Еще заеду куда-нибудь. В это место популярное, тут народа много ходит. На всех грибов не успеваю нарастать.
Так. Кругом одни грибники. Эх. Пойдем туда. Сморчок какие-то. Да. Надо куда-то забираться нам. Ух, мань. Куда ни повернись, везде грибники ходят. Вечером как-то лучше ходить. Сам себе тихонько ходишь. И грибов побольше. Наверное, нарастать успевает. Вот нашел еще глухо, как танкера. Мухоморы позбивали. Плохо, что я пакета не взял. Мухоморы бы насбирал. На этом участке белые росли хорошо. Сколько уже прошли, ничего покуда нету. Так, все-таки в сумерках получше собирать грибы. Они видней. Солнце не дает блики в глаза. То получается, ходишь туда-сюда постоянно. Бликуя вокруг. То не та внимательность.
Вот солнце так на горизонте почти. На уровне лба. Так не повернешься, да глаза светит. Даже очки не спасают. Нашли мы 3 боровичка, немного ежовиков. О. Что, нашел все, что? Где я туда пойду? Да в начале для ульи у нас. Иди в ту сторону, а я в эту. То следом за мной ходишь. Иди, иди. Не дают мне спокойно походить. Это глухо полностью. Ножик опустил. Ладно, покуда будем заканчивать, смотрите продолжение. Сейчас уже полчаса прошло. Сейчас наш фотик отключится автоматом. Так что найду гриба, будем продолжать дальше снимать. А покуда что пустота, наверное, пойду в другое место искать. Всем, кто смотрит, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто недавно нашел его, моего канала, это... Всем удачи, до свидания.